Добро пожаловать на футбол. Мы с вами в городе Жигулевск. Это стадион «Кристалл», где сегодня пройдет матч МЛБ первой лиги. Сезон на 22-23 в рамках 11-го тура местный «Акрон», ну как местный, тольяттинский «Акрон», принимает у себя в гостях футбольный клуб «Уфа». Сейчас «Уфа» зарабатывает штрафной на чужой половине поля. Пошел заброс. Скидка! Это не скидка, это гол! 1-0 «Уфа». Выходит вперед и Константин Плиев. Давайте смотреть повтор. Положения вне игры не было. Заброс очень высокий. И прозевали. Прозевали здесь Константина Плиева. Посмотрите, между двоих соперников он занял позицию. Так, падение и пенальти. Пенальти зарабатывает «Акрон». Вот, пожалуйста. Давайте смотреть. Килин с мячом. Проникающая передача в штрафную площадь. Вдохнул, выдохнул. Свисток прозвучал. 1-1. Очень уверенно. Константин Базилюк. И левая нога Базилюка. Левый же от него угол. А Иван Кукушкин полетел противоположный. Очень близко мяч. Полиенко мягко! И замыкать-то кто-то будет! Нет гола! Здесь мы с вами говорили в первом тайме, что «Акрон» где-то там отскочил. Вот сейчас отскочила «Уфа». Ну, давайте будем объективными. Вот здесь все-таки за мяч зацепились. На дальнюю. Включается один из центральных защитников «Акрона». Передача! Не дотягивается до мяча Карим Гираев. Очень здорово против него оборонялись. И Алексей Лопатухин из Москвы дает финальный свисток.